Скажи пару слов в камеру. Ну, блядь, сказал пару слов. Это так же, где Шофа? Король Минут. Шофа, пахан. Где Шофа? Шофа у меня в рот, блядь. Блядь, нихуя не видел. Посмотри, блюзы сладкие. Блять, куда не стоят? Я лично не отсюда, но тем не менее мне тоже рано, насколько я понимаю. Сегодня наш фестиваль называется «Сдвиг по фазе». Вы в курсе вообще, да? А сдвигать ваши мозги по фазе будет группа, которая отличается недюжинной скромностью. Попросили вообще ничего о них не говорить. Соответственно, я не знаю, кто у них вокалист, кто у них лидер, этого я ничего не знаю, но для вас работает команда «Форма жизни». Это наши гости. Thank you.
на мысли. Следующая песня посвящается нашему городу. Она называется «Живая земля». Я понял, он не должен, я 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 не долж
Следующая песня посвящается всем настоящим металлистам, находящимся здесь в этом зале. Здесь есть такие, есть?
со Слёша. Вы классные ребята, до свидания, до новых встреч. Если б Ленин был жив, он сказал бы пан Кихой! Ой, рано встать. Готовы превратиться буквально на 4-5 минут в ожидающих мертвецов? Здорово, спасибо Георгиевску. Вы, по-моему, переполнили энергией зал, которая передалась вам. Ну а сейчас, секунду, я приглашаю на сцену. Это наши гости. Меня, конечно, там уже просто долбили, не знаю, ногами в живот, а я все равно взяла себя смелость, что будет дальше, мне пофигу вообще, да. Вокалист этой группы стал совсем большой. Нам нужны оба. Ребятки, пока греемся сами, сами греемся. Давайте, кто хоть раз в жизни потел, давайте кричать. Да! Да. А что у меня в руках, спросите вы? Это пульт от того исторического телевизора. И это неспроста. Самый лучший из вас, кто будет жестче всех отрываться сейчас здесь, получит этот пульт. А если ходить на все наши концерты, можно забрать телевизор. Мы практически уже готовы начать. Очень долго ждали там, знаете, я аж корни пустил за кулисами. Все-таки сольный концерт группы «Энергия» немного затянулся, по-моему, да? Кто согласен, ну-ка покричали? Да! Молодцы! Готовы бесноваться? Ребятки, что бы вы ни делали, постарайтесь не убить звукорежиссера. Ему здесь и так очень большой. Давайте попрыгаем и покричим немного. Давайте.
пока ребятки настраиваются, забросил вас совсем. Кажется, все, я могу еще с вами. Получаю ноль.
Как нравится? Yeah.
молодцы какие, а? Последняя на сегодня песня. Энергия наших сердец. Охеренный был. Чего? На чеке бас был крутой. Мужики, тюнер есть? А? Самый тяжелый. Пить хочу. Ладно, я тушу.